Добрый день, меня зовут Дарья Федорова. Я ученица 6 класса МБУ-СОЖ-СУИОП города Алдан. Хочу представить нашу работу на тему классификации литературных советов и эффективность их воздействия на читателя. Целью данной работы является классификация литературных советов и эффективность их воздействия на читателя. Мы сформулировали следующую гипотезу. Не все литературные советы воспринимаются современными читателями, а эффективность воздействия литературных советов определяется их принадлежностью к определенному типу. Данную гипотезу мы исследовали на примере произведений Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка» и «Дубровский». В теоретической части работы мы исследовали литературные советы и их классификацию, сформулировали главное определение данной работы. Литературный совет – это наставление, указание, предложение, как поступить, встречающиеся на страницах произведений художественной литературы. Мы разработали классификацию литературных советов. По субъекту может давать автор и герой художественного произведения. По степени выраженности – явные и скрытые. По степени распространенности – авторские, ставшие фразеологизмами. По степени практичности – только для героев – произведения или для всех читателей. По сфере использования – бытовые советы и нравственные советы. Я попросила одноклассников оценить эффективность различных категорий литературных советов по пятибалльной шкале, где один – неэффективный совет, а пять – самый эффективный совет. В итоге мы пришли к выводу. К числу эффективных литературных советов по их воздействию на читателя являются советы, адресованные всем читателям, выраженные в явной форме и ставшие фразеологизмами. Недостаточно эффективные литературные советы представлены советами, данные автором, а не героями художественного произведения, касающиеся бытовых или нравственных вопросов. Неэффективными являются советы, данные героями художественных произведений, изложенные в скрытой форме, характерные только для этого произведения, авторские и адресованные только героям данного произведения. Таким образом, гипотеза моего исследования была подтверждена. Эффективность воздействия литературных советов на читателя определяется их типологией. Спасибо за внимание.